Всем здравствуйте! Захар дома и капризный жутко. Так, сходили в магазин. Я купила тут огурчики, батон, лимон. Сейчас буду обедать этот с бараниной самса. Это будет мой обед. Потом масочка вот такая с керамидами от Доктор Смарт. Печенье взяла, это по сосном. Захару, ну, конечно, к сожалению, иногда и я ем, потому что вот у меня такой человек, что мне нельзя, чтобы дома это было. Смотрю Муз-ТВ, премиум Муз-ТВ, сегодня 7 июня, лето идет, вот скоро лето уже закончится, сегодня 7, завтра скоро уже 7 июля, у меня день рождения, так пролетит лето. Захар не хочет есть макароны, да. Отказывается. Чем тебя кормить тогда? Так вот так удобно, ложишь ему, он держит продукты, да, сынок? А? Коляску взяли, потому что на ярмарку сейчас пойдем помидоры, огурцы покупать. Мама, главное, катается, а Захарка сидит в коляске. Вылазить не хочет. Давно не катался на колясках, вообще не хочет вылазить. Сидит теперь. Да, сынок? Как лялька. Ой, кошмар. Не хотел домой идти. Давно уже не катался на коляске. Тут, короче, он хотел кататься все это время. В общем, помидоры. Здесь огурцы, хочу их малосольными сделать, чеснок. Правда, не помню, есть ли у меня укроп. Зубная паста самая такая бюджетная взяла. Пробовать. Зубная нить, блин, 220 рублей стоит. Ну, она действительно классная, но дорогая. Я считаю, для зубной нити это дорого. И воздушный шоколад. Вот такой пористый, мой любимый. Еще клубника была, я ее сейчас пока вот мыла. Девочки, вот. Все. Ой, блин. Не могу. Этот Захар всю кровь выпит. А, иди, куда ты пошел? Вот здесь рядом с мамой катай. Захар. Иди до мамы сюда. Иди сюда. Таскает его. Тягает. Сына, кати сюда самокат, давай. Смотри на маму. Сынок, смотри сюда. Ой, ветерок есть, но так классно, то, что обдувает. Нам в
Фу, она грязная. Ну, садись, она остывшая. Под ноги смотри. Мама говорит, под ноги смотри. Водичка там, да? Не трогай. Нельзя. Захар. Смотри, я иду, тебя сейчас ругать буду. Кыш, прыгает еще, стоит тут. Под ноги смотри. Достала Захару биолакт. Без сахара желательно брать. Блин, как красиво. Как все-таки радуют глаз цветы. Я не знаю, кого как. Мне это... Раньше я такой не была. Сейчас, конечно. Но вы знаете, у меня была предыдущая герань. Она погибла. Она один раз дала. Вот так вот подцвела один раз. И все, больше не цвела. Мы с Захаром сходили рано утром погулять. Мы ушли где-то в 9:30. Так, подождите. Нет, мы ушли ровно в 9. Получается, вот мы полтора часа. Сейчас пришли домой. Так, купила лекарство. Решила еще один день. Не один день, а одну неделю поколоть. Дальше брюх. Дальше сейчас я вам покажу. Масочки взяла. Потому что, вы знаете, я фанатка масок. Тетка впихнула за место сдачи Захарке аскорбинку. Сейчас я ему ее дам. Мы еще ни разу просто аскорбинку не давали. Так, взяла долгую маску. Я их называю долгими. На, Захар, смотри. На, на. Ой, господи. Стул ниже, чем этот. Захар аскорбинку ест, он голый. Значит, такая маска взяла. Я, в общем-то, давно хотела попробовать от Виленты. Вот такие масочки, но... Я в свое время не взяла, потому что у меня были другие. И поэтому сегодня вот одну обнаружила. Захар, это все маски для лица. С белой глиной и микроводорослями. Вот. Следующая романтическая суббота. Такая апельсин-папайя. Девочки, ну, мне кажется, что они слабенькие, или вот как вы думаете? Они вообще нормальные? Не дурят они нас? Почему они такие бюджетные? День пятый. Кокосовая вода и личи. Здесь, получается, дыня и мята. И третья вот такая. B3 витамин, маска для лица против несовершенств кожи. B3, B12, микроводоросли. Ну вот. Такие масочки. Я, конечно, не знаю качество. Вчера голову мыла, пойду опять мыться. В принципе, сегодня, думаю, уже каждый день думаю сделать маску на волосы, но так лень, потом так долго все смывать. У меня желудок урчит и кушать просит. Да, сынок? Съела аскорбинку. Аля типа второго завтрака. Захар у нас не ест все, что мясное. Вот такие обжаренные эти не ест. Это малосольный огурчик я достала. Да. Что? Вообще... В общем, с малосольными огурчиками. Блин. Так.
Сейчас смотрела трансляцию Елены Павловны. Такая полная женщина. Я понимаю, что я тоже такая же. Либо буду такой же, блин. Этот. Люблю покушать, это факт. Девочки, я опять сюда пришла, как всегда. Мне здесь помыть надо, потому что там уже слой этого. Маски свои принесла. Вот. Моя любимая зубная нить, так как ирригатора пока нет. Но еще не факт, что, например, ирригатор мне этот понравится. Говорят, он сильно больно бьет. К нему еще даже не десна привыкнуть. И, кстати, вот эту зубную пасту вот открыла, попробовала уже 2 раза. Мне понравилось. Так, ну это и само собой. Гарниер. Ну, щипит глаза все равно, но во всяком случае для меня она лучше, чем Лореаль. Но я еще вижу, в магазинах есть от чистой линии мицеллярная вода. Вот, я ее хочу попробовать. Так, Долфин. Мне кажется, гель-спрей для полости рта с пребиотиками. Он, по-моему, уже просроченный, но он, блин, целый. Такой вот Фаберлик. Так, это тоже. Это тоже. Куда это убрать? Влезет сюда, нет. Это Захаркины пузыри надо вынести отсюда. Значит, вот такая маска. Тонизирующая гармония с семена гималайской моринги, охлаждающая. Действительно обладает охлаждающим эффектом от Avon. Еуди тоже скоро 3 года будет, как она у меня есть. Наверное, такую же серу не выпускают, само собой. В общем, девочки, ну, похоже, в общем, на средство для бритья, знаете. Вот, смотрите. И запах точь-точь такой же. Точь-точь такой же. Ее очень тяжело смыть с лица. Очень тяжело. Он все гелевое. Вот такой запах, как будто для бритья. Вот это я тоже выкину. Если я когда крашусь, сам крем мне не нравится. Мне, походу, вообще Лореаль не понравилась. Фирма не нравится. Зачем покупаю, они, правда, непонятно. Ну, просто вот масочку, я помню, глиняную брала. Это когда я крашусь, надо кожу мазать. Если здесь это открыть, сейчас я не смогу. Там, если остался еще крем, тоже можно оставить в качестве для покрашивания. Пропеллер вот такой, я его выкину. Зачем покупала? Вот, смотрите, почти половина еще. Незачем. Так, это нормально, классная штука, тоже лень пользоваться. Биоойл. Вот такая. Так, это еще осталось протестировать, но если что, может быть, я ее пущу на... А что она такая вонючая? Маска Гамаш «Мертвое море». На шею можно попробовать пустить. У нее срок годности 16, 17, 18. Так, настойка прополиса надо глянуть, сколько тут осталось. Вот эта маска классная. Мне понравилось это очищение. Сибирская сосна и эвкалипт. То есть я ее прям так оставила, чтобы этот, может быть, разрезать и прям собрать. Все. Это все надо убирать. Не люблю пробники, жуть. Как я люблю полноразмерные. Это вот от краски была Шварцкоп. Так. Такая щеточка. Щеточка и набор у меня есть от Фаберлик. У меня видео на канале есть старое такое. Вот. Но надо сказать, что... Охота, а надо, потому что она уже пропадает. В общем, выкидываю. Совсем уже старая. Ну, нанесла, честно, на глаза. Надеюсь, у меня глаза не облезут теперь. Ну, на века нижние. Ничего не могу сказать, потому что у меня морщинки вокруг глаз. Как было, так и есть. Не знаю. Так, ну что, протерла. Расставляю пока чуть по чуть. Так, это я выкидываю. Может, это тоже выкинуть? А нет, там есть еще. Нам пару раз хватит. А
Нет, он пусть стоит. Маска гамаш. Надо пойти в интернете, чтобы посмотреть, что такое гамаш. Так, потом у него такая появилась. Эти штуки не люблю, надо отклеить. Потом отклею. Одну все равно стараюсь иметь как бы полноразмерную такую. Обычно я люблю одноразовые, вы знаете. Потом еще у нас такого здесь расчесочки лежат. Ободок у меня тут лежит. И моя расческа. К тому же это моя. Вот. Я люблю как бы маски вот такие. Пакетизированные. Но вот так. Ну, чтобы одна хотя бы, стараюсь, чтобы была. Потом у меня еще маска, вот, это грязевая. Настоящая грязь с озера, которая находится в Пятигорске. Оно равносильно Мертвому морю и этому крымской грязи. Так. Вот. Поэтому очень хорошее. А, вот у меня еще же крем остался. Ну, крем можно где-то вот так лепить. Лето я, вы знаете, надо пользоваться, как я поняла. Но я не могу пользоваться. Потому что что-то я наелась этих малосольных помидоров. Зачем ты принес? Это выкидываем. Это из градусника электрического. Лягушка. Лягушка. Это выкидываю, это выкидываю. Все, пойдем, мама мусорку отнесет. Давай, выходи. Так, батарея садится, выключаюсь. Ну что, какую маску сделать? Буду сейчас душ принимать. Какую, знаете, какую? Хочу, не знаю, ничего не хочу. Просто вот это охлаждающее пишут, вот это. Короче, тут какая-то охлаждающая. Сделаю вот это с кокосовой водой и личи. Вот такую. Да? Почему они снизу открываются? Ой, очень много жидкости. Прям течет. Капает, капает. Как вам мой заяц в прошлом видео? Девочки, это, короче, есть такое приложение. Забыла, как называется. Что, чат? Какой-то чат. И этот. И тот. Ну и там вот этот зайчик был. Ну там музыка играет. Я давай на ходу придумала, просто симпровизировала слова. Забыла глянуть, сколько держать. Сейчас скажу. Есть 15 минут. Почему так мало? Брюс кушать хочет. Сейчас, Брюс, я посижу в маске, потом тебе наложу. Взяла вот такие галеты. Сосиски ганноверские. Вот. Чай. Чай у нас быстро заканчивается, потому что когда я с мужем стала жить, я пакетик на 2 чая где-то использовала. Теперь я так не делаю. Он быстро уходит, заканчивается быстро. Такая колбаска венская какая-то. Повторимый вкус. Вот такой вот разрез. Взяла попробовать. Брюс, ты опять не мешаешься? Я тебе ничего не купила. Захар тебе алакт один без сахара. Дальше зеленый лук. Имбирь, чай. Видео посмотрела в интернете. Оказывается, якобы в чай, когда его добавляешь, его нужно не как я режу кусочком, а его как бы хорошо порезать надо на кусочки, чтобы он дал сок. Так, это яблоки Захару. Не знаю, какие-то тут
микс написано было. Они такие маленькие, самый раз ему, а то он все не съедает. Так, и у нас остался батон. Вот. Зашла Захара, купила клотримазол, потому что у него какие-то, блин, болячки повылазили на ноге. Вот что значит ходить вот это на горке, на качели. Мы, конечно, такие, походу, невезучие, что у меня то я лишай принесу домой, то еще что-то от кошек. За это я терпеть их не могу, дворовых. Они грязные все и заразные. Да, сыночек? Вот. Игрушки лежат, когда ребенка нет. И по себе как-то. Тишина такая, смотрите, а ребенка нет. Ребенок заполняет всю комнату, всю комнату. Мы здесь вообще не хозяева. Тут главный ребенок, Захарка. Пока-пока. Девочки, вот такой вот соус от Астории. Не знаю, по акции был, взяла. Конечно, необходимости нет. Сейчас вот эти фасады протерла, помыла. Сняла, знаете что? Ванной. Шторку. Вот. Надо палку снимать, на нее плесень пошла. У нас какая-то плесневающая ванна. Я вроде и дверь открываю днем, все как надо. Сейчас буду стирать. Пока снимала, разболела все лопатки, плечи, руки. Руки же вверх с непривычки. У кого-нибудь тоже так бывает? Где, блин, дохлик ходячий? Не могу дозвониться ни до свекрови, ни до мужа. Муж, понятно, на работе. Вот. Хотя я сама тоже очень часто бывает. И нам не звонит, я не это. Не слышу, не отвечаю. На беззвучном часто стоит телефон. Брюс, не лази там по цветам. Ты мне вот так цветы портишь. А ну давай слази, быстро. Давай, 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 давай. А ну-ка. Все, жрать ему надо, прям как хозяйка. Нам убираться тут надо. Посмотри, это вот клубника, мусора накапал. Сейчас будем стиралку включать. Помыла тут все под мусоркой. Там полы все вот это протерла, чтобы все потекло. Так, знаете, пока происшествие не случится, и не начнешь этим заниматься. Пришел Захар домой, я его помыла. Подсушиваю мыло, купила, но мыла не было. Закончилось у ребенка. Так, это я с него подгузник сняла. Такую вот пергаментную бумагу. Слушайте, ну это вечная ходьба по магазинам. Пергамент нужен? Нужен. 70 рублей стоит. 5 метров. Далее, это Захара бутылка. Надо ее сполоснуть. Тут он сок пил. Сейчас я ему чупа-чуп сдам. Он выпросил такой. Самое дешевое взяла, перекрестовское моющее средство. Не хочу переплачивать. Это Брюса корм такой. Лапка самая дешевая. Получается, что все. Так, стирка уже постиралась, надо же теперь это высушивать. Вообще, я как хочу сделать? Вот это на пляж брать, шторку, которая у нас есть, а купить ванную новую. Все, пошла ребенку дам. А, сейчас покажу мыло. Хотела вам задать вопрос, каким мылом вы моете ребенка? Потому что я всегда, у меня дилемма. В этот раз взяла вот такое. Вот это. До этого был ушастый нянь, когда он был маленький, были, как его, Джонсонс Бэйби. Кушает, но он отказывается от этой молодой картошки из-за кожуры, может быть, я не знаю. Давай, давай, сыночка. Давай, зайчик. Сосиску одну съел. Так, потом я сделала салат, папе остался, и вот картошечка с чесноком. Запах, конечно, обалденный, когда чесноком пахнет. Ешь? Нет.